Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені, 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 мені. Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 сегіз қылға бір сұрлы біздің жігіттер. Мені біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені бүкіл кіші алшақын туыс бауыр ағайын шын көңілімен мен. Ну что ж, всем привет, дамы и господа, с вами Джинс. Поменяю уже гражданка. А чем вам не нравится? Чем вам не нравится? По-моему, отлично. Я ее поменял вообще-то на прошлом стриме. Но давайте в Waterfront сгоняем. Окей, опа, опа. Мужики стоят, лысины навострили. Ну, чел чилит, как вы видите. Он избегает инфекции вирусной, поэтому не притрагивается руками к поверхностям. Но он должен стоять пафосно, поэтому он делает вид, что он как бы на пафосе. Это важно. Фу, я сейчас так сильно надул пузо, мне кажется, оно сейчас вылетит у меня из тела моего и улетит куда-то в стратосферу просто. Я шатал этот русификатор, 25% переведено, остальное гадай. Вот гниды, да, разработчики русификатора, просто твари, сидят на команда, целыми днями переводят. Вот уроды, блядь, за день перевели только 25%. Сука, я вот бесплатно скачал, блядь, ненавижу их просто. Ничего не заплатил, пацаны просто так работают. Блять, конечно, ублюдки, реально. Ты в далеком 2018 хотел пройти, а это секс-бот забанил, я не успел дочитать. Подеремся, бро. О-о-о-о, ты сейчас же никуда не свернешь, старина. Ой, ошибка с твоей стороны, Алдрик. Ой, ошибка. Эй, ты как это сделал? Ну ты тварь, конечно. Вот Дропант, например, да? Мы имеем замок Дропант. Имеем его в очко, блять. От душноты, понимаете? Я понял, из-за чего синий экран происходит. От душноты. Чем больше душноты, тем быстрее синий экран вылетает. 8 лет игру делали. Ну, они же не делали каждый день 8 лет. Они там на шашлычки ездили, как бы, иногда. А, это просто после распуска своего военного похода ты не можешь двигаться в игре. Класс. Ну, класс. Охуенно. Ты урод без негатива. Ну, не всем рождаться красавчиками, к сожалению. Так, на таране, ребята, на таране. Ебать! Нихуя себе! Ты в своем уме, бро? Это чё вообще? Давно мне 10 тысяч не донатили, воу, воу. Ебать, я качок, видимо. Это же тупо! Ну не может один чел за... Ебать, я просто за Халка какого-то хуярю, походу. Это же тупо! О, я еще могу стрелять, идя... О, а вот и маунт. Наконец-то секс какой-нибудь происходит на экране. О, как кроваво только что было. Ну, сука. Наконец-то хоть экшончик попер. Нет, стойте, все, я шучу, ребят, не надо. Так, а ну-ка. Ребята, предупреждаю, ебу. Сори. А как посмотреть, я это или нет? Да, это ты, урод, понял. Можно... Нихуя. У меня есть свой замок, но у меня нет своего королевства. Чё за хуйня, Саша? Санька, чё за хуйня? Саня, ты чё, дурачок, что ли? А маринад недалеко! Он близко! Все, бежим. Ладно, давайте ускоримся. О май гад. Своя фракция, блять, в игре, ебаный. Куда ты лям дел? Разыграл на стриме, ребят. Разыграл на стриме миллион. Кто не успел поучаствовать, сори. Мы в конце каждого месяца разыгрываем 1 000 000 рублей на стриме среди тех, кто ставит лайки на трансляциях. Я почти в маринаде. Я весь в маринаде. Арзагос! Пообщаемся, сынок. What the fuck is this? Крашнула игра. Я разумею це. Я це разумею. Добре. Говорили же, нельзя свое королевство. Тихо, тихо, тихо. Non-cringe формат. Non-cringe формат. Я заклинаю чат не кринжевать. No cringe, no удушение. No, no, no.
No cringe формат. Дышите. Дышите. Повторяйте за мной. Дышите носом и задерживайте дыхание на 3 секунды, потом выдыхаете. И еще разок. Все, нон-кринж формат. Отвал пизды. Заходим. Джин, скинь лишние войска в пустой замок. Все спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно. Дышите. About creating my own faction. Have you made any progress? Have we done everything? You will ask it for me, I am ready? Отлично. Я заставлю информаторов распространять новости по всей империи о появлении нового законного заявителя. В комплекте с некоторыми предзнаменованиями, чтобы показать божественную милость, которая следит за вами. Let the field of Calradia be watered with imperial blood. Create an imperial... Oh my fucking god. У меня есть королевство? У меня есть королевство? У меня свое королевство в Баннерлорде. Как оно называется? Королевство Джерония! И мы ни с кем не воюем! Мы ни с кем не воюем! Эта сука не знает, с кем связалась. Я возвращаюсь в Джеронию. Кто враги? Ну это, бля, это чё? Это какие-то хуесосы. А чё? Джеремос? Джеремос? Это кто? Батя? Сын Джеремуса? Джеремос, мембер легиона изгоев. Кровавый, жестокий и свирепый. Так, мне интересно, когда ко мне новые вассалы придут? Зачем мне влияние моей фракции? Какие армии я могу набрать? О, класс! Скобочка хуета! Началась жара. Мне стало жарко. Подуйте, пожалуйста, кто-нибудь, блять. Плюс уши. Плюс уши. Плюс уши. Ты не прав, Владик. А, я должен победить империю. У нее должно быть меньше 4 поселений. Сейчас у нее... Немножко больше 4 поселений. Давайте посчитаем. Раз, два. Но вся карта у империи. Короче, наша задача свергнуть империю. И тогда игра закончится, типа, понимаете? На прошлый трон можно было сесть. Мне похуй, я сломаю систему, я сяду, как я хочу. Пиздец. Нормально? Клевое платье, сучка. Мини одежда. Опа. 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 Что делаете? Бля, я... Ну хорошо, чем занимаемся? Хай. Костра не хватает, конечно. Садись тоже, девка. Волки и овцы, спасибо за 500 рублей, двигаются одинаково. Но волк в цирке не выступает! Стример совсем ёбался. Кто такой стример? Я король! Король! У меня свой замок, блядь! Кто этот стример ваш? Сука! Стример какой-то, блядь. Придумали себе. Я сдамся, потому что это моя будущая жена, и мы как бы ей поддались, да, то есть. Видите, как она довольная сразу стала. Алька. I have a proposal that may benefit us both. Да. Да ладно, я шучу, конечно, я могу нормально прочитать, это юмор у меня такой. I have a proposal that may be... Не могу, ладно. Ебать! Это что за ребусы? Ёбаный рот. Так, так, ладно, 94% шанс. А, плутовство, плутовство. Плутовство. Успех. Ну, конечно, плутовка грязная. Хорошо. Понимаю. Она ответила, понимаю. Пиздец. Пиздец. Это отсылка к готике? Разумею просто. Бать, мясо, сука. Какая балдежная игра. А буквально 2 часа назад я чуть ли не плакал и хотел скипнуть и заново начинать. Все так быстро меняется. Жесть просто. Так, а ты что тут сидишь? Я отходил. Только что подрался. Да. Может, это... Потусим, нет? Хочешь, я и забью ее для тебя? Смотри, а тебя я не бью. Будешь моей женой? Видимо, пока что нет. А, это ее мать? Это ее мать? Блять. Ой. Сори.
Да они просто крокодила, блядь. У меня гниет кожа, помоги. Ебать, здорово, здорово, бро. А чё? Бац, нихуя себе. Спасибо, спасибо за еще 10к очередных. Подерись ты за грязного лоску с лордом. Сука, хорошо. Я зла, извини. Ты хуесос. Понял? Ты можешь у нее выбрать вариант propose something, скинуть ей бабок как подарок. О! Давайте подкупим ее просто, конечно. I have a proposal. Да за деньги, блядь. Пожалуйста, конечно, подкупим. Конечно. Сколько тебе надо? 10 тысяч. Она охуеет, наверное. На тебе подарок. Шо? Дашь мне шанс? Нет? А сколько тебе надо, блядь? 10 тысяч, алло! Ты чё, сука? За 10 тысяч можно купить себе пивоварню в городе. Ты ненавидишь меня? За что? Откуда? Ты охуел? Ты себе, блядь, цену, я иду твою мать пиздить у тебя на глазах. Давай поднимайся, поднимайся. Поднимайся. Где твоя мать? Вот она. Давай, давай. Садись, садись. Смотри, видишь? Это твоя мать, насколько я помню. По печени, блядь, по ебалу. По печени. Присяду, потому что я низкий. По сиське, по лицу. Что ты на это скажешь? Так. Я на тебя пропасал. Почему ты не хочешь? I'm terrible, sorry. Мы не подходим друг к другу, блядь. Ты тварь ебучая. Вот ты кто. Я иду искать себе другую тёлку. Мне похуй вообще. Мало денег, 20к надо. Пошла она нахуй. Я ни копейки больше не дам женщинам в этой игре. Они недостойны этого. Да погуляй ты неделю, как в Арбанде. Ну ладно. Но если меня не позовут через неделю, я уже иду любую бабу искать. Мне нужна женщина, я хочу ребеночка зачать, понимаете? Столько дел у меня. Вот. Строим, 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 гарнизон качаем. В очереди мы все супер жестко развиваем. Ебать, что, прости? Это не шутка? Чел, ты чё, блядь, с ума сошел, что ли? Охуеть! Ебать, извини. Это рофл какой-то? Там 50 тысяч рублей? Это какая-то шутка? Чего? Это какой-то рофл? Что это, блядь? Чувак, спасибо тебе огромное. Нихуя себе. Спасибо за 70 тысяч. Неплохо. Неплохо. Ебать. У меня в ладошке вспотели. Бля, у меня аж в глазах двоится. Там реально 50 тысяч рублей. Ебать. Охуеть. Спасибо. Вот уж ведьмаку заплатили. Чеканная монета, действительно. Это фейк. Я не знаю, но... Я потом, сейчас я зайду в Donation Alerts, я посмотрю, может это реально кто-то взломал меня. 50 тысяч рублей, ебать, вау. Нет, настоящая сумма, чуваки, прикиньте. Спасибо большое, уважаемый жаб. Посмотрим, как выглядит уважаемый жаб. Ебать, это реально уважаемый жаб. Гляньте на него, это уважаемый жаб. Джерони объявили войну вландийцы. Ебать, мне пизда походу. Ребят, мне пизда. Прикольно было с вами посидеть на стримах. Реально, хорошо провели время, но мне пизда. Пиздец. Спасибо за 1000 рублей большое. Сочувствую. Приезжай ко мне, я тебя поселю у себя, чувак. Но деньги не верну. Но можешь пожить у меня недельку. Пиздец. 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 Охуеть. Бля. Чел, спасибо тебе огромное. Спасибо. Только смелых уважает высота, потому что в самолете все зависит от винта. Наебал! Вот вы и повелись. Да, 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 да. Вот так вот, вот так вот. С 1 апреля.
Да, пульс у меня реально плюс 2К, это жесть какая-то. Я просто не могу до сих пор в это поверить. Я только что два раза заходил в DonatPay и смотрел, все ли у меня нормально, и не первоапрельская ли это шутка. Потому что, ну, это ж пиздец, это больше 1000 баксов, ребят. Это, ну, как бы... Я рука трясется до сих пор, бля. Ну ты, сука, конечно, я тебе столько денег дал. Надо будет на Nexus и поставить мод на то, чтобы с мужиками можно было мутить, блядь, потому что с женщинами все сложно. Найду себе какого-то бородатого просто прекрасного мужчину. Сопли от футболки. Клянусь, это были не сопли, клянусь. Вот, никаких соплей, честно. Это я просто нос потер и так показалось. Я тоже подумал, что кто-то напишет об этом в чат, но это были не сопли. Я даже подумал о том, ебать, кто-то напишет по-любому. Ну ладно, да, сопли, я вышмаркался себе в кофту. Да, да, и что, я так делаю, мне плевать на это самое, на какие-то мерки приличия. Give them hell! Бегите, девочки! Бегите! Правильно, правильно, нахуй просто. Вландия, блядь, нападаем пятером на одного. Вперед, суки! Он читает часто чай с Ютуба, но в основном с Твича считаю. Но с Ютуба иногда тоже захватываю сообщения. Так, я спускаюсь и просто убиваю их все. Я спускаюсь и просто умираю, я имел в виду. Девочки! Там стрелки стреляют? Ой-ой, хорошо! Хорошо! А чатик-то зеленый! Все, пока, ребята. Люблю, целую, обнимаю. До завтра.